Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребята, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек! Ребят, скажите, как красиво придумано, да? Но все равно это талант большой, да, ребятки? Вот такую, так красиво придумать начало, да? Девочка, такой голос красивый, да? Вот музыка такая красивая, телефонный гудок, да? Недоступен абонент. Ребят, это вы знаете, это снова фантазия, да? Это музыкальная фантазия, ребятки, да? Красивая. В этой жизни без тебя не может быть такого. Не представляю себя без твоего слова. Без тебя мне жизни нет, ты понимаешь или нет? И как услышать мне ответ, ведь это невозможно. Ребятки, как красиво поют ребята, ну молодцы, ну знаешь, такой трек вот классный, стильный, ребятки, два голоса, три голоса, ну шикарно, девочка, да, красивый голос, мальчики, да, ну красивые голоса, ребятки, ну вот как они звучат классно, да, ребят? Второй голос. Красивый, ребят. Молодцы, ребятки. Шикарно, прям шикарно, ребят. Мне нравится, ребятки, знаете, любовь. Это красиво, да, ребятки? Ну, какие-то проблемы, да, небольшие. Помирятся, ребятки. Ну, помирятся, ребятки. Это любовь. Бывает такое, ребятки. Бывает какое-то недопонимание. Трек мне очень понравился. Очень легкий. Знаете, такой, знаете, озорной немножко. Ну, нежный. Знаете, ласковый такой, да. Красивый, ребятки. Голоса звучали очень красиво у всех. Музыка очень красивая. Я танцевала, ребятки. Немножко подпевала, ребят. Потому что очень классно было. Знаете, вот мне все понравилось. Знаете, понравилась легкость трека, ребятки, да? И очень красивое звучание. Скажи, да, вот просто темп музыки, да, слова, да, так они хорошо исполняли все это, да, по-стильному, по-современному, да? Очень понравилось. Ребятки, продолжайте писать дальше. Вы очень талантливые. У вас очень классно получилось. Мне очень понравилось. Ребят, с удовольствием вас послушала. Молодцы, молодцы. Все понравилось. И музыка классная. И голоса очень красивые, ребятки. Не останавливайтесь. Радуйте нас, ребятки. Пока, друзья.